Применяется ли административный арест к сотрудникам таможенных органов? Согласно части 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный арест не может применяться к сотрудникам таможенных органов, имеющим специальные звания. Применяется ли административный арест к сотрудникам таможенных органов? Согласно части 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный арест не может применяться к сотрудникам таможенных органов, имеющим специальные звания.